Всем привет, с вами Заверен, и расскажу вот такую историю. Я просто сидел на ютубе, смотрел стримы до Коди и Дольфи, потом вдруг вижу ролик на канале у Partition Zion, в котором он показывает, что 2.2 на Android Lite наконец-то вышло. Вот, я ее только что обновил, и сейчас я нажимаю на эту кнопку. Все. Да, как можно заметить. Ну, здесь появился Twitch, так что сейчас... Так, подождите, сейчас... Ладно, ну, вроде как... Да, вот такой скин, он у меня уже есть в Dream 3 Dash World. Да, и... Вот, Discord. Ясно. Так, ну что... Так. Я кое-что заметил интересное. Да. О, такой интересный темный цвет. Интересно, за что его можно получить? А это... Очень интересно это выглядит все. Жду, когда это можно это попробовать. Этот цвет тоже можно как-то разблокировать. Так. Так, glow. Да, теперь можно выбирать цвет glow. Ну, я думаю, вот такой поставлю. Фиолетовый, чтобы тоже был. Ну. Так. А вот эти скины, они, наверное, за рекламу открываются. Но у меня почему-то нет. Это тоже, видимо, за рекламу здесь. Это, видимо, тоже. Это... Похоже, тоже. Так, а свинкоптера где? А, точно, это же лайт-версия, так что здесь он просто... Как раз вот появился за рекламу. Сейчас, наверное, посмотрим. Оказывается, тут даже не обязательно смотреть рекламу до конца. И вот интересно, они рандомно падают или именно в таком порядке? Просто Partition точно этот же выпал первым. Вы знаете, мне интересно. Да, вот цвета как раз так можно получать. Да, свинкоптеры теперь там на заднем фоне летают. Да, вот, цвета именно так, получается, разблокируются. Ясно. Кстати, вот интересно, пишет, что разблокируется только в полной версии Dream 3 Dash, но при этом здесь вообще в полной Dream 3 Dash их вообще нет. Так же, как такой функции, как выбирать цвет... Свечение, такой функции вообще нет. Так. Здесь еще. Интересно. Вы, конечно, не слышите из-за того, что я сижу в наушниках. Здесь действительно интересно это. Действительно интересно это. Ну, лучше я ее оставлю. О, как интересно здесь теперь. И Sub-Zero, и Meltdown, и World. Все сразу же здесь. Ну и тут вот такая подсказочка. Roses are red, violets are blue, I'm working on 2.2. Да, интересно. Теперь здесь. Так, аккаунт. Пожалуй, загружу сюда еще раз аккаунт. Да, а потом... И, собственно, здесь еще появились различные опции новые. Например, Save Gauntlets. Это будет для меня, может быть, полезной функцией. Также вот Don't Save Level Data. А, может быть, это как раз для тех, кто... ну, это, мне кажется, для ноуклип ранов будет полезно. Ясно, здесь очень много всего, как я вижу. Да, это только за полную версию. Может, сейчас играю, вот, например, в Electro Dynamics. Кстати, я хотел еще одну функцию. Help. Тут low detail. А, ясно, здесь пока что ультра low detail не появилось. Ну ладно, сейчас попробую сыграть в Electro Dynamics. Да, тут с портами вот такая интересная фишечка.
что теперь они показывают, в какую сторону. Да, на этой музыке, конечно, авторские права, но я в наушниках, поэтому я слышу музыку, а вы нет. Ладно, вот так. Кстати, мне интересно теперь. О, кстати, да, теперь здесь прямо проценты показываются. Здесь ничего нового не появилось. Так. А, и еще я кое-что хотел посмотреть. Так, Time Machine. Хотелось бы посмотреть, как его роботоп понерфил. Ну, кстати, да, его действительно роботоп заметно понерфил. Сильно. Он сдвинул трипл свайки прямо сильно. Да, это прямо заметно. Так, и еще с клабстепом. Он вроде как сделал монстров более веселыми. Или как-то, не знаю, ну, в общем, что-то им там в глазах изменил. Но вначале у них как были вот эти шестеренки или динамики, так и остались. Ну, кстати, знаете, такое ощущение, будто бы они действительно как-то изменились. Да, прямо будто бы они веселее стали. Так. Вот здесь они даже, хотя, может быть, это со мной что-то не так, но мне лично кажется, что роботоп их действительно сделал как-то веселее. Ладно, сейчас пройду уже клабстеп на практике. Неужели я его вообще почти не забыл? А, понятно. Ну, в целом, вроде как это все, что добавилось новое. Да, теперь, правда, интересно, что Free Levels это и здесь. Зачем так? Вот это прямо может очень хорошо. О. Нормальный язык. О, ну вот это прямо обязательно функция нужна будет. Это фактически как легальный practice music hack. Detailed. Больше информации об уровне. Зачем Что? ты докапываешь Ладно, до здесь ровтопа? пока что этого нет. Так, экстра ЛДМ. Интересно, как это работает? Ну, собственно, вот там еще остались некоторые опции. Ну и вроде как. Да, я еще потом буду еще смотреть рекламу, потому что здесь еще много что осталось. Дальше я еще буду смотреть, есть ли здесь еще что-нибудь. А на этом я буду заканчивать свое видео. Всем удачи. Надеюсь, что 2.2 для полной версии выйдет уже через месяц. Всем пока.